Звезда популярного шоу «Холостяк» Галина Жаксенская в скором времени выходит замуж за своего избранника Евгения. Об этом девушка сама оповестила публику в Инстаграм. Галина опубликовала фотографию, на котором запечатлена ее рука с заветным обручальным кольцом. Подписчики и экс-участницы шоу «Холостяк» принялись поздравлять кумира и желать ей счастливой семейной жизни. На данный момент Галина не раскрывает всех свадебных планов, утаив дату мероприятия и как оно будет отмечаться. Это не мешает публике поздравлять жениха и невесту с самыми теплыми и искренними словами. В шоу «Холостяк» Галине Ржаксенской не суждено было стать женой юмориста Батрутдинова. Кольцо было передано сопернице Дарье Кононухе. К сожалению, эта пара не смогла построить семейную жизнь и через несколько недель рассталась с хорошими друзьями. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!